Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 111 миллиардов рублей составили доходы бюджета Кировской области. Это рекордный показатель. По сравнению с 2022 годом доходы увеличились почти на 2 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета в 2023 году составили 73 миллиарда, в том числе налоговые доходы 66,5. Из федерального бюджета поступило 36,5 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета и бюджетов муниципальных образований за 2023 год сложились в объеме 111 миллиардов 900 миллионов рублей, то есть дефицит составил почти миллиард. С показателями отчета об исполнении бюджета на 1 января 2024 года можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Кировской области. Экономика. Администрация ищет подрядчика для проведения мероприятий к 650-летию Кирова за 2 миллиона рублей. В конкурсной документации, которая появилась на сайте госзакупок, указаны 4 мероприятия. 3 должны быть проведены в июне и 1 в сентябре. Мероприятие, которое пройдет 12 июня, будет длиться не менее 6 часов. После его окончания кировчане увидят фейерверк длительностью не менее 6 минут, говорится в описании закупки. Также исполнитель должен будет организовать работу исторической зоны с выставкой архивных документов и современных фотографий города. Предполагается, что на всех мероприятиях будут работать фотографы, выступать творческие коллективы. Запланированы развлечения для детей. Цена контракта чуть более 2 миллионов рублей. Заявки будут принимать в течение недели. Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям предоставят преимущества. В эфире «Экономика». Более 4000 услуг господдержки получили кировские предприниматели за год. Это на 15% больше по сравнению с 2022 годом. Итоги работы региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 2023 год подвели в Минэкономразвитие России. Всего в России поддержкой центров «Мой бизнес» воспользовались более 500 000 предпринимателей и самозанятых. На сайте мойбизнес43.рф можно найти новые партнерские программы поддержки бизнеса, предлагаемые пакеты льготных займов, разнообразные обучающие семинары. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».